Овечка! Здравствуйте, я Анастасия Овечкина. Сегодня мы берем интервью у известного волейболиста Михаила Грачевского. Привет! Как по-вашему проходите Олимпийские игры? Нормально, мы стараемся, да. Ну, хорошо, хорошо. Как вы думаете, какие шансы у российской сборной? Ну, хорошие шансы, да. Мы работаем очень хорошо. И да? Все хорошо идет. У вас уже есть многие золотые медали, да? Да, правда, правда. Но еще будем стараться. Хорошо. Почему вы выбрали именно этот вид спорта? Когда я был маленький, очень много волейбол играл и мечтал попасть в русский национальный команда для волейбол, да, везде. И здесь теперь, да. Это был репортаж с Анастасией Овечкиной в Лесном озере. До встречи, ребята. Камера, съемка. Привет. Сегодня я делаю интервью с триатлонисткой Вероникой Пелевной. Вы готовы для триатлона? Да, всегда готовы. А вы нервничаете до триатлона? Немножко, это будет мой первый международный триатлон. А вы используете допинг на триатлоне? Нет, никогда, я против. Спасибо. Это был Григорий Гергев с интервью Вероники Пелевны. Камера, съемка. Здравствуйте, я беру интервью с Сахарой Овечкиной и Филиппом Савчаком. Как долго вы играли в футбол? 1 год. Это мой первый раз. Ой, удачи. И как на какую команду вы играете? Лесное озеро. Мы лесное озеро. Мы сидим под озеро. И какой у вас самый большой противник? Германия. Да, Германия. Удачи вам. Спасибо. С вами была Вероника Пелевина за канал Лесное озеро. Здравствуйте. Я беру интервью у Анастасии Овечкиной. И она будет со мной соревноваться в Iron Chef на международный день. Первый вопрос. Что мы будем делать? Мы будем готовить 2 блюда. Одна закуска и большое блюдо. Или большое блюдо и десерт. Окей. И второй вопрос. Какие у нас ингредиенты? Это мы сейчас не знаем, но попробуем сделать блюдо самое вкусное. И последний вопрос. Сколько у нас времени? У нас будет 45 минут, чтобы делать его. Спасибо. Это была Катя Грачевская для канала «Лесного озера». В таблице счета медалей Олимпийских игр в Рио у нас следующие итоги. В первое место я приглашаю США! США! США, сколько у вас медалей? 32! Сколько золотых? 11! США! Спасибо, США! Удачи! В втором месте у нас Китай! Китай! Привет, Китай! Как у вас дела? Хорошо. Сколько у вас медалей? 25! Сколько золотых? 10! Ура! Спасибо! Третье место у нас Япония! Коничуа! Привет, Япония! Как у вас дела? Хорошо. Сколько у вас медалей? 18! Сколько золотых? 6! Вау! Удачи вам! Спасибо за внимание!